Привет, вы на канале Йоркширский терьер Боня. Сегодня 19 января, у Боняши день рождения. Так, тут валяются ее новогодние костюмчики, потому что я в них еще ее на фоне елочки не сфоткала. Да-да, до сих пор. Сейчас надо ей подарки подарить. Утром я ей дала лечебные консервы, как обычно. Мне кажется, она посмотрела на меня, типа, у тебя вообще совесть есть. Она их даже сначала не стала, а только потом пришла, все-таки поела. Обычно у нее на день рождения консервы были. Ой, вся в фосфолюгеле. Как вот спина-то у тебя может быть в фосфолюгеле, скажи мне. На самом деле, вот уже вообще не знаешь, что ей дарить. Думала либо одежду, либо игрушки. Ну что ей еще может быть надо? Лакомство ей нельзя. Так. Сначала даже заказала много игрушек, но... Там основным в заказе были призы на док-пати, но почему-то 3 дня, даже 4, пока мой заказ оформлялся, мне никто не сказал, что в наличии нету тех самых призов. И сказали только в день доставки. То есть уже прислали сообщение, что курьер приедет во столько-то, а потом только позвонили и сказали: «Ой, знаете, а вот этих 10 штук нет в наличии, только одна есть». Я думаю, ну прекрасно, почему вы мне сказали об этом только сейчас? Поэтому я отменила заказ, и я вообще не знаю. Нам игрушки уже складывать некуда, и даже я уже поняла, что, наверное, их перебор, так много ей их не надо. Поэтому на другом сайте я уже заказала призы, другие уже. Там я ей тоже заказала игрушку, но там как-то не было особо хороших фирм. Только вот то, что я заказывала, Триол и Трикси, но, в общем, не было там ничего того, что у нас нет. Только одна игрушка. Завтра ей ее привезут. Ну и в призах там ей тоже, конечно, будет. Так, и костюмчик. Я хотела ей, я ей его куплю. Один костюм, но в док-бутике нету нашего размера того цвета, который я хочу, поэтому я закажу в другом месте ей его. С днем рождения! Ей понравилось. Сейчас откроем. Даже удивительно, что она так хочет эту мышку получить. Я тут мышь! Так, пока она тут с мышкой, я вам покажу, что там еще есть. Купила Банюше новые дутики, потому что у наших уже начал трескаться вот этот материал, но мы уже 4-й сезон у них ходить собирались, поэтому имеет право. И я решила, что же она как бомж у меня ходит, куплю новые. У нас есть новые оттуда же нежно-розовые, но я решила, чтобы были еще малиновые, а те мы спокойно оставим на даче. Уже оставили. Так, еще я ей в док-бутике купила вот такую вот очень милую шапочку с короной. Милейшая просто шапка, она ей очень идет. Он такой. И я уже на самом деле не знаю, что брать. Мне там говорят: мы вас не узнаем, типа, что так мало взяли. Но там уже реально нету ничего, чего у нас нет. Поэтому я жду поставок. Из-за вируса ничего не поставляют. Ну, вот, видимо, зря я это сказала, потому что я там хочу один костюм, которого нету в наличии цвета нашего размера. Я в другом месте закажу. Но у нас еще у моего любимого костюма стерлась корона во время стирки. На самом деле я очень расстроена, потому что это мой любимый костюм был. И не так уж много мы его прям стирали, чтобы у него стерлась корона. Я новый буду покупать, только вот я не знаю, такого же цвета или другого. Вот, я пока думаю. Прям не знаю. У меня дилемма. На самом деле я не ожидала от Pop Angel такого. Это не какой-то там For My Dogs. И вообще вещи высокого качества. Это первый раз вот у меня такое с костюмом. Этот костюм я маме посоветовала подарить Боне, поэтому моя идея. Всё. У нас такой есть ярко-розовый, но это уже более новая модель. Сейчас откроем. Вот такой вот у нас еще есть. Он с теплой подкладкой. А этот нет. Вот мне очень нравится, что они застегиваются на спинке. Сейчас.
А вот этот, здесь не мягкая подкладка, а вот просто она такая надутая. И это гораздо удобнее, его очень просто одевать, а этот очень сложно одевать. Здесь меня очень раздражает, что мягкая подкладка, она постоянно вылезает и смотрится, как будто что-то еще вниз поддето, в общем, неаккуратно. Но этот костюм очень теплый, поэтому если прям очень холодно, то можно помучиться его одеть. Мы на ноузворк в нем вот ходили в выходные. Вот видите, как материал вылезает? Его надо постоянно туда впихивать. А этот, он очень просто одевается. Он очень приятный на ощупь. Еще мне хотелось спокойный цвет. И он очень Бонни идет с шапочкой, которую я ей подарила. Так сочетается просто обалденно. И еще здесь капюшон огромный. То есть здесь всего 4 кнопки. И капюшон, ну, тоже неаккуратно смотрится на самом деле, если собака идет. То есть он никуда не пристегивается, тут это не продумано. И он такой гигантский. То есть собаке он спадает, потому что он такой большой, широкий. А здесь больше кнопок. Здесь продумано, капюшончик аккуратненький. Он гораздо меньше. Ну, по крайней мере, так смотрится. То есть он пристегивается так, чтобы он собаке не мешал. И его можно также одеть собачке на голову. Да, вот тут всего 4 кнопки, а тут их 6. То есть вот еще тут под горлышком оно пристегивается и смотрится очень мило, аккуратно. Я вставлю фотографию, как он на Боньке сидит. Вот такой вот очень классный, красивый комбинезон. Еще покажу. Или покупок надо было дождаться. Ну ладно, если что, я там покажу. Вот такую вот сумку-переноску я Бонни купила. Это такой карман. Называется, по-моему, тут вот такой карман для телефона или вкусняшек, поводка. Он очень мягкий. Там есть такой длинный поводок, чтобы пристегнуть. Вот. Боньке в нем очень удобно. Мышь понравилась. Она ее таскает за колпак. Так удобнее всего, видимо. Я не знаю, обидно ее оставлять в день рождения без чего-то вкусного. Думаю, может ей дать лакомство, хот-дог. Ну а вдруг ей станет хуже, поэтому боюсь. Бонь, что у нас на полу? Вчера пылесосили, мыли полы, уже опять что-то. Пойду пылесосить. В общем, боюсь ей давать лакомство, вдруг станет хуже ей. Пока у нее все отлично, тфу-тфу-тфу. Но выходные отмечать же будем. Торт я, наверное, ей не буду давать, но я заказала пончики, которые специально для собак, у которых проблемы с ЖКТ. Посмотрим. Манюсик. Мы сегодня нарушаем всю диету. Сначала я Бонни дала днем все-таки маленькую вкусняшку, жилку оленя. Совсем чуть-чуть, с трудом оторвала целый. И сейчас я ей дам консервы с кроликом из Испании. Вот такой вот мини-тортик я сделала из половины банки. И циферка 5, сейчас я ее и подожгу. Это с моих 5 лет осталось. Я ее хранила. Ванюха, загадываем желание и дуем. Ванюха. Лечебный корм она так не уминает. Торт на одну минуту. Привезли нам еще вот. Я Бонни в подарок купила вот такого зайца. Триол. У нас такой есть барашек. И я хотела зайца. Еще ей купить. Сейчас откроем, она ждет. И еще вот я купила на док-пати призы собачкам. Коронавирус, даже без короны сейчас. Вот такие вот пингвинчики. Всем. И Банюхи тоже тут один есть. Я Банюх, только я тебе его сейчас не отдам. Тут шип, пищит. Все как надо. А с барашком ты что не играешь, скажи мне? Мы играем только когда я ей достану из ящика. Вот с теми она играет, а сама
Достает только те, которые сверху, естественно. Какой заяц у тебя? Ну? Вот, я сразу нашла барашка нашего. Теперь их двое. Я? Собака. А у меня сегодня закончилась сессия, наконец-то, поэтому я свободна до какого-то там февраля. Да? Отдыхать будем, Банюха? На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.